Vertical World News. Питер, пятница, привет, это вертикальные новости с берегов Невы в экранах ваших смартфонов. Все самое крутое на этой неделе прямо сейчас покажем. Ну, короче, Эльнур, зеленая ветка метро для меня теперь официально закрыта. Почему? В городе стало на один зенит больше. Состав петербургского метрополитена пополнила одноименная станция метро, на которую я никогда не выйду. Некогда Новокрестовская закономерно и ожидаемо трансформировалась в зенит накануне. Трансформировались заодно и все указатели, схемы, карты, реальные и виртуальные в нашем городе. Слушайте, а вам не кажется, что это празднование чемпионства как-то затянулось и вышло уже за рамки? Ну вообще. Ну вас, фанаты «Зенита», я поздравляю. Есть у вас теперь еще один центр подземного теперь уже притяжения. А вот одним рестораном в городе стало меньше. Накануне сгорели легендарные паруса. От заведения, аккумулирующего хипстеров двух поколений целых 20 лет, осталось ровным счетом ничего. Ну, кроме истории. И таинственного сейфа, что там внутри не сообщается. Все остальные 700 квадратов потушить 60 пожарным, конечно, удалось, но слишком поздно. Такая вот альтернативная, реалистичная версия любимых нами с вами алых парусов. Настоящий огонь тут такой, как будто. Ну а опечаленным завсегдатаем кончины парусов мы предлагаем альтернативное место отдыха. Веселая компания, радостные лица, бесконечная музыка практически круглосуточно ждут вас на Дворцовой площади. Вот уже целый месяц и еще месяц точно будут ждать. Ну такой чисто пятничный, чисто питерский контент. Настраиваемся, настраиваемся, выходные пришли. Ну и криминальная страничка нашей с вами вертикалки. Итак, дано. Проспект Металлистов, цветочный магазин, поздняя ночь. Что было дальше, смотрим. Ну то есть вы понимаете, некий хулиган грабит а. цветочный магазин, б. с применением физической силы и в. ради внимания 6000 рублей. 6000 рублей. Это на одной чаше весов. На другой 10 лет тюрьмы. Это разбойное нападение. Вот вы понимаете, какая из этих двух чаш заметно тяжелее. Я предлагаю всем зрителям вертикалки скинуться этому парню на букет из белых роз, который он маме подарит перед этапом. Загубили пацана. Я прямо сейчас прочитаю заголовок из Мэша на мойке, потому что пацаны шедеврально исполнили. Итак, три депутата притворились мусором, чтобы привлечь внимание к рекламе проституток, наркоты и подработок. Ну а все подробности в нашей с вами любимой рубрике. Достаточно своеобразный, но в то же время очень остросоциальный отдых у депутатов выдался на минувшей неделе. Вот в таких костюмах Мундепы Петр Левин, Игорь Кузнецов и Дмитрий Прытков сфотографировались на фоне достопримечательностей города и во дворах жилых домов. Идея в том, чтобы побудить петербуржцев срывать и, ну, по-хорошему вообще не допускать появления рекламных брошюр и листовок на стенах и прочих объектах в нашем городе. Ну, по мнению депутатов, бороться с незаконным расклеиванием и распространением таких листовок одним только административным ресурсом невозможно. Шуток, конечно, можно придумать море по факту увиденного, но мы не будем. Это очень классная инициатива, я ее поддерживаю. Ну и напоследок фото-зарисовка про грибочек. Не тот, который вы подумали, не из Бельгии или Голландии, а про грибочек, который смог пробиться сквозь плитку на Московском проспекте. Давайте-ка ему поаплодируем. Ну, он не самый, конечно, лицеприятный на вид, но очень целеустремленный. И, по-моему, это очень мило, достойно нашей ежедневной милоты. Все, друзья, больше я ваши руки не занимаю. Смартфон через 10 секунд можно выключить, только вот отбросить, взять сюда бокал вина или бутылочку пива, сделать вот так вот и вспомнить, что выходные пришли. А, нет, предварительно вот здесь вот подпишитесь на нас. Увидимся во вторник. Vertical World News.